Здравствуйте, я Шестова Оксана, город Краснодар. Друзья, сегодня я хочу вас познакомить с моим наставником, руководителем, просто замечательной моей подругой, можно так даже сказать, Еленой Габченко. Это мой руководитель в компании Essence, врач с многолетней практикой. И сегодня у меня есть несколько вопросов, это вопросы, которые поступают от моих партнеров. Елен, вот скажите, пожалуйста, вы почему вот именно эту компанию выбрали для бизнеса? Почему? Ну, Оксана, во-первых, я очень много лет в сетевом маркетинге. Очень с большим уважением отношусь к тому, что предлагают компании, потому что в основном это всегда очень качественный продукт. И для меня это целая философия жизни, когда люди сами делают бизнес на своих рекомендациях, потому что сами пользуются этим продуктом, знают, насколько он качественный, как хорошо их жизнь протекает благодаря тому, что они постоянно пользуются этими продуктами. И всегда, когда я выбираю для себя проекты в сетевом маркетинге, у меня не так много было компаний за всю мою жизнь, я работала всего в 3 сетевых компаниях. Каждая компания достойна большой любви и уважения. Вот, ну, в данный момент я очень люблю европейскую компанию Essence. Она меня взяла своими ароматами. Я человек запахов. И не смогла устоять против такого запаха, который ведет просто за собой людей. И помимо этого, так как я врач с многолетним стажем работы, и сейчас я больше склоняюсь к профилактической медицине и работаю в отделении профилактики, для меня очень важно, что можно порекомендовать людям для того, чтобы сохранять хорошее качество жизни и здоровья. Люди по-разному относятся к БАДам, но если их применять правильно, а не как лекарство, а применять их для того, чтобы поддерживать свой организм в рабочем состоянии, в хорошем настроении, в хорошей позитивной энергии, то вот если говорить о компании Essence, великолепные совершенно продукты, несколько линейчек на основе алоэ вера, колострума, это молозиво, домашняя медицина, те продукты, которые можно применять без назначения врача, они являются пищевыми продуктами, и они очень хорошо улучшают качество жизни и здоровья. Безопасность, качество, цена. То, что мне нравится в компании Essence. Я ответила на ваш вопрос. Спасибо, Елена. А вы знаете, вот сейчас осень, октябрь месяц, и для многих вопрос стоит, как сохранить свое здоровье впереди. Ну, кто-то сейчас прививки делает. Вот вы, как доктор, что порекомендуете? А также вот у меня интересуются и мамочки для детей, и взрослые люди для себя. Ну, я точно не буду запрещать прививки. Это право выбора, и вакцинация на самом деле очень серьезное дело. И я не противник прививок. Я врач традиционной медицины, с уважением отношусь к накопленному медицинскому опыту. Но помимо прививок или взамен прививок, если человек делает для себя выбор и он не хочет делать прививки, то, конечно, надо принимать какие-то продукты, которые положительно влияют на иммунитет. Для того, чтобы работал иммунитет, должно быть достаточно белка, должны быть факторы, которые являются переносом иммунных реакций. И вот у нас очень хорошие продукты в этом плане, это алоэ вера. Продукт, который содержит 200 питательных компонентов, дает клеткам все, что им необходимо. И второе – это колострум. Вытяжка из молозива, сухой порошок молозива, великолепного качества. У Бессенс он стандартизирован по иммуноглобулинам Е, а это иммуноглобулины, которые являются первым ответом на какое-то внедрение чужеродного агента. Продукты можно и взрослым, и детям, и они реально работают очень хорошо. И у меня нет сомнений в том, что вы говорите, потому что я знаю, как вы работаете, я знаю результаты вашей деятельности и ваши собственные, поэтому спасибо большое. Я думаю, что за это короткое интервью вы уже получили часть информации, но если у вас возникли вопросы, пишите, звоните, вы всегда открыты к общению. Пока-пока, с вами были Елена Габченко и Шестова Оксана.